говоря, он допусал. В последнее время Настя заметила, что в плейлисте у мамы появились песни одного исполнителя, и в поведении мамы стали происходить странные изменения. Она стала вести свой инстаграм, проводить прямые трансляции, выкладывать фотки, и каждый час снимать короткие истории о том, что она сварила, какой суп будет варить и что уже съели. А также стала чаще подходить с вопросом о любви. Через несколько дней она сменила прическу. Да, этого я совсем не ожидала. Чудо кого-то она мне стала напоминать. Вдруг я случайно увидела, как мама ведет свою прямую трансляцию в инстаграме. Хочу сказать, что очень соскучилась за целый час моей жизни, сколько произошло. Я была повсюду, привела себя в порядок и решила, что мне нужно немножко помолчать. Thank you.